Как я обожаю снимать это место. А как клубнику тоже все нахватывает. Не кляться, мы запускали вчера эту стрелку. Шо, это ее включатель? Это включатель, да. Кстати, к выходу там. Вот сейчас, дождемся только человека вот этого. О, бачит это. Это да. О, бля. А где тут кнопка самоуничтожения? Ну а вот это стиральная машина. Кстати, были тоже такие установки, тяжелый корпус не работал. Там же типа до сличения было, да. Значит, это штука. Нам рассказывал тут. Ага. Прям заброшка. У меня на массиве есть такая заброшка. Ты-то куда? Выход там. Кафе молочное. Знаешь, не то, что типа это волло, типа добрый, я сказал. Снимаешь? Угу. Так это обычное масло. Сливо, сейчас это просто не нравится. Да чья стоит? Для вакуума масла. Вакуумное масло. Так, все нормально, надо стирать. На заводе все. Нужно было знать, что на харкере. Я не знаю, что там сейчас работает. Ну, там нужно подойти, что это будет.
Тут надо даже интересно, типа, если... Такой риск. Да.